Несмотря на географическую удаленность, Португалия является близким Литве государством, считает Даля Грибовскайте. Об этом якобы говорят расположенные в нашей стране португальские войска. К тому же, ничто так не объединяет, как общий враг. Как над восточным, так и южным рубежом НАТО нависла одна и та же угроза с востока, убеждена глава нашей страны. Мы видим быструю, интенсивную и агрессивную милитаризацию Калининградской области. Расположенные в ней ракеты могут достигнуть и Лиссабон. Учения наступательного характера «Запад» будут проходить преимущественно с территории другого государства – Беларуси, тем самым вовлекая эту страну в агрессивное поведение против стран НАТО. В свою очередь, португальский лидер выразил нашей стране всяческую поддержку и даже пригласил Грибовскайте к себе на родину. В Литву же Ди Соза сегодня прибыл, чтобы навестить португальских солдат. В ходе визита не обошлось и без обсуждения злободневных вопросов Евросоюза, вызовов энергобезопасности, борьбы с хакерами, переговоров по Брекситу и неотступающего миграционного кризиса. Сергей Шалкин, Первый Балтийский канал.